оливковое масло, чеснок и горький красный перец. Немножко только чеснок дает запах. Высыпаем помидоры, нарезанные на дольки. Помидоры черри. Солим и готовим соус. Сейчас, когда помидоры немножко покипели, высыпаем надрезанные уже на спинке. Я вот здесь надрезала их. Конек. Вот здесь на спинке надрез сделала. Вот так вину. И оставляем готовиться. Добавляем мидии и накрываем крышки сразу, чтобы открылись мидии.